И, наконец, сделаем что-то с тем, что тут только один линк Fast Ethernet. Построим несколько линков и свяжем их в один агрегированный канал. С Ctrl нажали и добавим еще три линка. Escape. И теперь сконфигурим их. Сначала опустим 23 интерфейс, он у нас был сконфигурен отдельно. Теперь создадим специальный интерфейс из интерфейса с 20 по 23, создадим так называемый групповой интерфейс. Значит, conf-t интерфейс range F0 23 channel group номер 1 мод. Тут вот можно посмотреть, какие моды есть. Мы ставим моду on, это значит, что включаем статическую агрегацию на терминологии Cisco Ether Channel. Значит, и теперь у нас, давайте посмотрим, появился новый интерфейс Port Channel, и мы его и будем конфигурить. Интерфейс Port Channel 1 Switchport Mod Trunk. Это у нас ругается то, что у нас с другого конца не сконфигурено. Rightman. Вот у нас интерфейс. И этот интерфейс состоит из следующих интерфейсов. И с другого конца тоже конфигурим. Отключаем интерфейс 23, новый switchport mod trunk, и опять же делаем новый интерфейс, который объединяет несколько других. Conf-t. Conf-t. Интерфейс range F0 20 23, channel group 1 mod on. Интерфейс port channel порт мод транк. Ну и фактически у нас все линки работают как один агрегированный интерфейс. Ну и кроме того, что это улучшает скоростные показатели, одновременно это повышает отказоустойчивость, то есть если мы берем какой-нибудь интерфейс, то все остальные продолжат работать.